Советник руководителя Якутии Алексей Березовский победил в голосовании за лучший вариант слогана движения «Путин Тим». На сайте конкурса его вариант выбрал каждый пятый проголосовавший. Звучит он следующим образом: «Не будь равнодушен к проблемам чужим, гордись Россией, вперед, Путин Тим». Напомню, что движение в поддержку президента Путина создал российский хоккеист, выступающий в НХЛ Александр Овечкин. Все слоганы, которые были отобраны для участия в голосовании, они достойны и имеют право на жизнь. И любой из них мог бы быть признан победителем. Заявок уже завершался. Он был 5 февраля. У меня нашлось несколько минут, я сел. Наверное, минут 20 у меня ушло. Я три варианта сделал.